Если работа приносит удовольствие, значит, вы работаете по призванию. Но для этого в подростковом возрасте необходимо правильно определиться с выбором будущей профессии, что бывает отнюдь непросто. Наши курсы для детей от 13-14 до 17-18 лет. То есть это как раз тот самый возраст, когда необходимо определиться с выбором профессии. То есть мы с вами прекрасно понимаем, работа занимает треть нашего времени, получается где-то полжизни. Курсы могут помочь ребятам определиться с выбором своей профессии, так как мы изучаем мир профессий, изучаем свои особенности, изучаем интересы, склонности ребят. Потом знакомимся мы с такими понятиями, как успех, как карьера, как построение карьеры. Я сюда пришла на курсы, потому что я не знаю пока, кем я буду в будущем. Я хочу определиться с этим. Они не навязывают, на какую профессию мне идти, а здесь помогают открыть в себе какие-то способности, найти, к чему у тебя есть призвание, чтобы ты работал уже не на какой-то работе, а на работе, которая приносит тебе удовольствие. Ребенок или родители могут записаться к нам на индивидуальную консультацию, работать индивидуально, то есть есть такие запросы от родителей. За школьников профессию мы выбрать не можем. То есть в любом случае мы только способствуем этому выбору, помогаем им увидеть те свои слабые и сильные стороны, да, которые будут задействованы при выборе. Вы тоже можете отправиться на поиски своего признания. И надо сказать, бесплатно. Анастасия Курбатова, Денис Итяшев, ЮТВ, Стерлитамак.